Что именно вам сообщили о смерти отца? Сказали, что с ним произошел несчастный случай. Так ЦРУ пыталась скрыть правду. Мой отец, Фрэнк Олсен, был военным ученым. Его отдел сотрудничал с ЦРУ. Однажды, во вторник, его вызвали в Нью-Йорк. Утром в субботу он был уже мертв. Чем занимался мой отец? Какова роль ЦРУ? Что произошло на самом деле? Опубликованные документы ЦРУ содержат информацию о проекте МК-Ультра. Кроме прочего, в них содержится описание эксперимента над гражданским лицом с применением ЛСД. Сегодня вы гвоздь программы, доктор Олсен. Шутники какие. И тогда пришло осознание, что отец не покончил с собой, а погиб в результате заговора ЦРУ. 75-й год. Правительство США подвергалось жесточайшей критике. Проект постарались спешно прикрыть. Шестисерийный фильм. Эта семья пережила горькую личную трагедию. В результате вся жизнь Эрика оказалась сломана. ЦРУ проводил эксперименты с ЛСД, но это было далеко не самое страшное. Чем больше он узнавал, тем сложнее ему было жить. Горючая смесь документального и художественного жанров. Появилась новая информация. Фрэнк Олсен, бывший ученый ЦРУ, возможно, был убит. Если человек был признан угрозой, с ним очень быстро разбирались. Вопрос лишь в том, от кого исходил приказ. В верхах принимались решения, в результате которых под угрозой оказались сами демократические институты. И мой отец невольно оказался в этом замешан. У Фрэнка были свои тайны. И он был опасен. Это все, что я могу вам сказать. Уормвуд. Питер Сарсгаард, Молли Паркер, Боб Белабан и другие.